Всем привет! Сделал я прикольный шейдер. Шейдер плавления, можно сказать. Завязанный за объект. Работает только в Cypress. Vivi выдает артефакты. Ну, можно сказать, нерабочий вариант. С другой стороны, в Cycles все ништяк. Вот так этот шейдер выглядит. В нодах. Если что-то хотите поправить, то пожалуйста. Основной паттерн регулируется здесь. Я взял за основу Noise. Через два цвета смешал, подвикал. То есть сюда можно поставить любой паттерн, он будет отражаться вот на этом месте. Через volume сделан. Прозрачность. Сам объект можно diffuse BSDF. Как бы можно на принципы поменять, там больше настроек. Это я для упрощения его сюда поставил. И emission shader отвечает вот за вот этот участок плавления. Вот, так что его тоже можете на принципе поменять, там emission и текстуру воткнуть. Вот, можно вручную, то есть вот эти вот штуки потыкать. Вот это значение. А так через текстурные координаты. Я завязал текстурные координаты за объект, вот за этот даймик. Вот, двигая его по оси Z, регулируется степень расплавленности объекта. Вот, можете любой объект закинуть в сцену и назначить его, то есть, допустим, это какой-то раскаленный там меч или что-то такое. Вот его можно добавить, и он будет завязан как бы за эту штуку. Ну или как-то драйверами связать. Вот объект простенький, чтобы работал. В Cycles. Cycles он в любом случае будет работать. В Vivi он может заработать только без объема. То есть если вот я объем беру, хотя тут и математические ноды как-то стрёмно сложились. Ну, короче, не советую вы вообще это использовать. Вы это не работает. Ну, если сможете сделать вывод, то покажите как-нибудь.